Это русская народная песня, которую еще во времена моего обучения в Санкт-Петербургской консерватории по-особенному аранжировала моя концертмейстер, с которой мы вместе, у которой я учился вместе с народным артистом, профессором Юрием Михайловичем Марусиным. Я вот им хотел бы передать огромный привет, спасибо за это образование, за культуру привитую. Елена Григорьевна Минц, аранжировка русской народной песни. Большой привет! С 8 марта! Голосистые звонко поют, доброму волосы спать не дают. Детки голосистые звонко поют, доброму волосы спать не дают. Матушка, слышишь, Соловушка поет. Эх, там под горою идет. Девки голосистые звонко поют, доброму молодцу спать не дают. Девки голосистые звонко поют, доброму молодцу спать не дают. Спасибо большое. Спасибо.